Дамы и господа, для торжественного открытия нашего шоу я с удовольствием приглашаю в ринг главу Красногорского муниципального района Бориса Рассказова! Уважаемые гости, любители спорта, любители единоборств, любители бокса, кикбоксинга, во второй раз Красногорский городской парк принимает такое высокое профессиональное зрелище. Несмотря на такую весьма неблагоприятную для нас с вами погоду, я вас всех благодарю за то, что вы пришли, откликнулись, собрались здесь. Вы настоящие ценители единоборств и бокса. Я вас благодарю за то, что вы пришли. Думаю, что сегодня мы все с вами получим прекрасное удовольствие и прекрасное зрелище. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить спортивно-патриотический клуб «Ярополк», который был инициатором подготовки и проведения этих соревнований. Шоу профессиональных боев «King Fights» объявляю открытыми. Будет выступать в рамках своего контракта. 100% вы правы, да. Я тоже, кстати, с ним знаком, даже тренировались мы в его зале, в Миджира. Ушел он уже оттуда. Вот это, ушел, да, я 3 года назад был. И хочу сказать, что вот на тот момент, когда я с ним встречался, у него как раз был спад, и, возможно, он поэтому и ушел, потому что у него... Поменял он тренера, да. Поменялся вообще менеджмент, ушел. Поменял в целом команду. И вы не поверите, готовится к выступлениям по ММА. А здесь как раз Артем Кошелев побеждает. Красавец. Поздравляем его с этим. Ну, за счет 3-го раунда и вырванного 2-го, как мне кажется. Грамотной тактики, я бы так сказал. Грамотно тактический выстрел бой.